Стремление вверх. Именно так можно сказать о танцевальном коллективе КубГУ «Дэн Скотт». На каждой репетиции команда прилагала все усилия, старалась поймать свой лучик славы, и им это удалось. Под руководством Анны Агеевой личный состав принял участие в отборочном этапе конкурса «Дэнс Революция». Это телевизионный проект, сезон которого стартовал на федеральном канале в 2020 году. В шоу нет возрастных и стилевых ограничений. Среди участников конкурса титулованные профессионалы, именитые коллективы и начинающие танцоры. Чтобы стать победителем, нужно успешно пройти три этапа – отбор, поединки и финал. Дэн Скотт отправился в Москву, где выступал на одной сцене с другими достойными конкурсантами. Ребятам выпала честь услышать мнение многоуважаемого жюри, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, актрисы Аллы Сигаловой, хореографа Сергея Полунина и других. И это для краснодарских ребят был настоящий момент счастья. Но это, да, от членов жюри, их отзывы людей глубоко запали к нам в душу. До сих пор это эйфория. Я думаю, что мы все очень надолго это запомним. Именно поддержка друг друга и наставление руководителя позволило им так складно выступить на сцене. Ведь танцевальная группа – это не только ряд профессионалов, но и в первую очередь семья. К счастью, и у нас есть возможность восхищаться тем, что эти танцоры вытворяют на сцене. Они уже давно готовы делиться с краснодарским зрителем своими талантами на различных площадках краевой столицы. А посмотреть, что они показали в столице, можно в сети интернета.